Вот мы приехали на рыбалку в Саврань. Находимся у друга на даче. Там собі дамба. На речке туманчик такой небольшой. Вот этот молодой человек, Коробкин Игорь Викторович, ловит мужик с удочка. Какой у тебя прутик там? Сколько там у тебя? 2,70. 2,70, а какой? 15,40. Адмирал М10 или сколько? М6 у него. Вот таким прутиком, со шнурочком. На головочку с рыбкой. Игорь Викторович пытается поймать судочка с утра пораньше. А время у нас... Это 8 утра. Вот такая красота в тумане. Такой мостик у нас. Коробочка с воблерами. Сейчас посмотрим, что он тут у него. О, серьезную коллекцию взял с собой. Вот такой мостик. И речка Южный Буг. Ну что, хоть ударчики есть? Ну покажи нам наживу. Вот на такую рыбку он ее ловит. Ловочка, сколько там у тебя? Грамм 10? Грамм 10, и ловка. Далеко заброс делаешь. Давайте понаблюдаем за этим молодым человеком. Как он судочка вытащит, может быть, судочка, щечку. А может, такой нёк присядет. Ух ты, смотри, ты не там ловишь, смотри, она булькает у тебя прям под удочкой. Ну, я тоже думаю, что они туда бросают. Котел прям возле мостика, гоняет что там в рыбу. О, цепанул? Да. Ну, подсечку мы видели, а вот рыбку еще не видели. Каёшки. Не ругайтесь, Игорь Викторович, мы снимаем кино. О, ты этого за веточку зацепили, смотрю. Это же здесь под берегом. Ну давай, давай, посмотрим. Ух, как хорошо бросил. Бросил, наверное, метров на 30-40. А ты какой-нибудь из наших ноу-хау испробовал? Нет, я только не. Ну, так надо было взять маленькую коробочку, посмотреть там, попробовать. На пятачок или на стримера там. Я думал, что ты здесь, но...
Судачок здесь есть, он любит такие наживки. Добрый день. Сегодня мы на собрании. Значит, вот пытаюсь джигом на силикончик судачка поймать, щучку или окунечку. Ручку меняю. Extreme Line серебряный ручей 1,29 грамм. Вот, шнурочек 0,17. Ну и головочка 10 грамм. Не 10, а 7 грамм. И силикончик вот такой. Попробуем, что нам сегодня расскажет судачок.